Дмитрий Иванович, наверное, сегодня была лучшая игра при вашей работе? По счету, наверное, лучшая. И по качеству игры, я думаю, тоже. Потому что мы с самого начала так методично делали то, что мы хотели делать сегодня. И создавали моменты. Наносили много ударов по воротам, были хорошие моменты со стандартных положений. К сожалению, мы в первом тайме удалось нам забить только один мяч. Второй тайм мы ожидали, что мы будем иметь преимущество. Но, в общем-то, так и получилось. Мы рады, довольны, то, что нам сегодня удалось выиграть крупно. Но расслабляться не стоит. Впереди ответственные матчи, к которым нужно как следует подготовиться. Предположу, что сегодня вы особенно довольны действиями команды в переходных фазах. Да, мы на этом много внимания этому уделяем, и готовность позволяет это делать. И сегодня не только в переходных, но и в позиционном нападении мы сегодня выглядели достаточно неплохо. Мы хорошо разбивали ту двойку прессингующих нападающих, которые были у команды Коломна. Хорошо располагался опорный полузащитник, и центральные защитники начинали смело атаки. То есть в этом компоненте мы сегодня сыграли здорово. Да, нам позволяли это делать, но раньше у нас этого не было. В этом мы прибавили, и будем работать дальше для того, чтобы становиться сильнее.